Лучи добра, друзья, с вами Волкофрения, снова здесь с вами Вебочка, ребята. По просьбам многих ребят, да, Вебочка теперь будет, я снова ее сделал. Теперь продолжаем проходить Зомби Найт Террор. Террор in the City. У нас здесь ночные клубы, убить нужно 34 человека, значит, к испытанию крутятся диски, выследите и убейте диджеев. Поехали, ребята. Так, что у нас здесь? У нас здесь большое здание, ночной клуб. Ну, в принципе, это что еще такое, черт возьми? Что это такое? Короче, надо этого чувака вообще валить первым. Просто это жесть просто какая-то. Хорош, ребята, молодцы. Крутая игра, ребята. Разработчикам просто надо дать награду. Я уже говорил на эту тему. Поехали. Я так понимаю, вышибало просто может сейчас нас всех скрошить здесь. Почему-то я так думаю. Ну давайте попробуем, насколько он крут. Ну почти. В смысле? Он очень крут. Он мега крут, черт возьми. Тогда надо наверх прыгать. У меня нет ни ускорения, ничего. А ползунов... Ползунов, я думаю, он также будет выщелкивать. Да и взрыва у нас нет. Поэтому, блин, сверху-то никак тогда. Взрыва нет. А взрыв где будет? Здесь не будет взрыва. Вот здесь будет взрыв. Окей. Тогда давай идем ползунами. Пиу. Вот так сделаем. Во, и понеслась. У нас же есть пугалка. Красиво было, ребята, согласитесь. Было просто красиво. Так, здесь у нас никого особо крутых, по-моему, нет. Давайте поползли. Ага. Есть. Да, детка, да. Пугать это хорошо. Крики вообще. Это просто мега крутая эпическая штука. Сколько у нас зомби. Это ни одного не потеряли. Так, здесь менты уже бегут. Ах вы суки. Менты бегут, у нас есть прыжок теперь. Но это нам надо сюда запрыгивать и наверх идти. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да. С ментами что делать? Что делать с ментами? Ускорения нет. Крики. Давай. А, здесь закрыто? Будем, ребята, открывать дверь. Давайте. Мы всегда рады. Музыка-то, слышите? Зомби. Давай. Делаем так. Сейчас будем запрыгивать. Ну был же, нет? Во. Один. Где ползуны? Два. Три. Троих хватит. Крошим. Это что такое? Вы видели? Кто-то портанулся куда-то. Что за магия здесь такая, а, в зомби-мире? Вот это вообще жесть. Это диджеи, что ли, какие? Так, ну что? Будете открывать-то, ребята? Я же жду вас. Здесь входим пока. Хотя можно вот так сделать. Можно, давайте. Ага, на, и все. Вообще, крик это просто unbelievable. Так, менты идут справа. Давайте сейчас прыгнем вот этими. А, их не выбрать. Во. Все четко. Thank you.
Вот. Вот. Идеально. А если они уйдут, если я эту дверь сломаю, интересно? Здесь не хотят, друзья, выходить. Они, мне кажется, чувствуют просто. Что-то чувствуют, неладное. Ну, идем дальше. Нам надо наверх. Самый смак. Так. Прыгать сюда нам надо. Давайте, ползуны. Правда, стоит пугалка крик этот 8 ДНК, но все же это имба. Поползли. Мне кажется, нам надо побольше ДНК. Что это было? Что это? Слышали за дверью этой, а? Слышали? Не успеет? Хорошо. Все, какой там тебе? Ты че? Против наших ползунов не справится вообще. Отлично, есть взрыв. Есть взрыв. Прыжок. Пополз. Можно было и не ползти, да? Пугаем. И грызем. Хорошо. Все, зарубили. А взрыв зачем? Можно с этой стороны и ускоренно. Ага. Круто. Так и сделаем. Здесь можно ДНК получить. Нескольких зомби помацать. Давайте так и сделаем. Сейчас будем взрывать. А как мы взорвем? Ползунов надо взрывать, я так понимаю. Двоих хватит. Ну, давай еще. Бум! Есть ускорение. Все. Теперь делаем несколько. Троих. Я думаю, хватит с этой стороны. Хотя, чего я мелочусь вообще? Ребята. Чего я мелочусь? У меня здесь куча. Во. Можно просто клепать и клепать. Так, здесь залезли все, да? Я не хотел бы, чтобы они туда залезли все, ну ладно. Давайте запрыгнем еще вот этими. Так, этот идет. Этот идет. Этого превращаем тоже пускай. Этому прыжок. И крик. Да что, бас. Ладно. Здесь оружие. Я вот не знаю, есть ли оружие там у кого-то. Ну, промазал. Так. Оверлорд. Давай. Да что такое? Это, ё-моё, просто взорвал. Просто взорвал чувака. А вот это вот не надо. Не надо, дружище. Зачем я взорвал? Зачем я его взорвал, а? Печалька. Я еще третий есть. Ладно, двоих хватит. Просто нажмем прыжочек, все будет хорошо. И здесь вот голопопы стоят.
Блин. Да чтоб тебя, да чтоб вас всех. Пофигу, давай, крошим. С ускорением. Все. Все. Нет, надо вот этого еще, последних ребят. Последних ребят, да, мы уже прошли миссию, но можем пройти испытание. Да. Можем, в принципе, пройти испытание. Тогда надо мне взрывать сейчас. Надо взрывать. Это что такое? Как он жив, что ли, или что? Обычные зомби есть? А как мне обычного зомбака привести туда? Его уже не привезти. Получается, да? Чтобы залезть вот так, чук-чук-чук. Блин, да. Ладно, пофигу. Тут, в принципе, никак уже. Мне обычные зомби нужны были, чтобы в Оверлорда трансформацию сделать. Ладно, нормально. Крутятся диски. Знаю я там эти... С писюном там стоял этот. Я прошу вас. Что еще, ботан? Я не виновен, это ужасная ошибка. Еще невиновные есть? Поднимите руки. Все. Ого, вот это мисяся. Ега, вот это мисюсенька. Я бы тоже испугался, орал. Вот так. Вот это да. Это его любимая? Вот это миссия, ребята. Помогите зомби сбежать из тюрьмы и найдите способ убить зомбинатора. Зомбинатора? Так, у нас здесь, значит, вот так. Еще. Вот. Все, огонь. Так, а как нам открыть? Как нам открыть? Не открыть тогда. Наверх запрыгиваем. Просто запрыгиваем наверх. Зомбинатор. Зомбинатор 3000. Ну, выделялся же. Давай, родной. Ух
О, прошли, прошли, прошли. Хорошо, один туда пошел, великолепно. Тихо. Все, огонь, огонь. И нам, мне кажется, нужно здесь взорваться. А взрывы у нас есть. Да? Да. Что если мы подпрыгнем? Нет. Так не получится. Здесь я могу запрыгнуть, взорваться. Так, ладно, давайте оверлорда здесь поставим, пока не поздно. Вот так. Делаем прыжок. У нас много, можно ДНК взять. Тут такой вообще с двумя УЗИ крутой чувачок стоит. Нет, давайте вот здесь вот так вот взорвем сейчас. Бум. Отлично. Так, время у нас нормально. Время не в обрез. Здесь мы тоже можем взорваться. Ого, здесь полицейский участок, просто жесть. Ускорение здесь есть. Красная кнопка. Это, я так понимаю, зомбинатор. Зомбинатор, да? Мы не в полицейском участке? Так, еще заползаем. Хватит. Теперь здесь взрываемся. Boom, bitch, get away. И есть. Теперь ждем, когда приползут еще ребята. Прыгаем туда, хаваем, отключаем электроэнергию. Да. И все будет чики-пуки. Побежал, побежал, испугался. Ва-а-а! Бойтесь, хорошо. Что, он расскажет своим, не? Все, отключили мы то. Так, и чего теперь здесь? Можем обратно наверх. Ну, как бы, по идее, как бы... По идее, как бы... Инъекции бы не помешали, на самом деле. Вот эти вот забрать. То есть наверх надо. И чё мы отключили-то? А, двери открылись. Это что тут? Кто кого крошит вообще, этот парень? Это зомбинатор, что ли? Зомбинатор. Да, это зомбинатор, что-то типа... дробокопа какого-то, я не знаю. Вот тебе зомбинатор. Так, ладно. Как пойдем, как пойдем. К нему пока лучше не проходить. Нам надо обойти справа, сверху. И сюда залезть. Короче, надо всех вправо цеплять. Кидать. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Типа того что-то. Причем побольше желательно. Ползунов. Вот так, хорошо. Вот так вот, великолепно. Чем больше, тем лучше. Теперь вот здесь надо. Это что такое? Что там камера, я не понял, работает. Так, теперь давайте. Здесь идем. Здесь бомбим. Бум.
Здесь прыгаем. Так, нормально. Здесь хорошо все. Здесь тоже все хорошо. Так, здесь на камеру не будем попадаться пока. Здесь можно взорваться. Здесь взрываемся. Так. Оп. Да, этого хватит. Чуть все двери открыты здесь. Так, зомбак готов. Давайте вот так, вот так. Обалдеть, он ментов крошит всех. И зомбаки у меня тут превращаются. И зомбаков всех стреляют. Обалдеть. Так, ладно. Может, мы этими справимся двоими? Превратим их сейчас. Вот так вот. Вот так. Вот так. Минус просто. Так. Еще зомбачки. Нам надо вниз. Теперь вот сюда. И вправо. Теперь давай вот так, бам. Все, побежали. Хорошо. Отключаем зомбинатор нафиг, его надо отключать, черт возьми, отключайте его. Он сейчас придет. Есть. Отключили? Эй-эй-эй. Надо стоять здесь, что ли? Ну давай, постоим. Ньоу! И чего? Что надо сделать-то? Офигеть. Так, прыгаем зомбятинами. Надо еще вот это здесь сломать. Давайте, ребята. И чего вы? Ай, блин. Понятно. Давай. Ой, ё-моё. Что-то жесть, короче, пацаны. Что-то жесть. Так, он сейчас расстреляет. И этого. Надо обратно всех, срочно. Плохая была идея. Не ходи дальше. Так. Да ё-моё. Не открывай дверь, нет. Вообще печально. И что нам делать? Что делать-то? Я же нажимал на кнопку, все равно его не отключить, этого зомбинатора было. Но неужели надо еще сломать вот этот вот генератор? Хотя нет. Он идет совсем в другое место. Дверь открыть.
Так, ладно. Куда нам надо? Сюда нам надо. Понятно, быстрей. Быстрей. Тихо, тихо. Твою маковку. Ясно. Можно его, может быть, вот в комнату надо было завести и нажать кнопку. Так, давайте здесь прыгаем. Тыска! Здесь что? Взорвем. Да ё-моё. Да ладно, надо было просто убежать. А я хотел тут еще зомбинатор отключить. Ладно, мы выполнили миссию, черт возьми. Так тоже можно. Мы уже давно, конечно, убежали бы тогда, но хотелось бы отключить зомбинатора. Вот наш гений. Нравится тебе? Пожалуй, да. Если банан для этой дикарки. Вижу, ты встретил Гертруду. Ну и как тебе? Нормально, если тряски не беспокоит. Я не могу, это жесть. Пойдем на площадку для эвакуации. Вертолет на подхвате. На подходе. Гертруда поможет. Поможешь этому джентльмену? Конечно. За ногу просто пошла, миссюся. Понеслась. Так, поддержите. Продержитесь на стороне в течение трех минут. На стадионе в течение трех минут. И тачдаун закончить так, чтобы было больше 20 зомби в живых. Понятно. Ну давайте эту миссию мы в следующей серии. В следующей серии пройдем. Поэтому, друзья, на этом у нас все. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях. Оставляем вебочку или нет? Все, друзья. Жду ваших комментариев. С вами был Волкофрения. Всем лучей добра. Пока.